Это был воин. Многоликий проказник. Он менял обличье с помощью своего волшебного рыболовного крюка. И звали его... Всем привет, с вами Ирвин, это расческа. И это тоже расческа. И это расческа. А еще вот это тоже расческа, но это уже не точно. Вы смотрите самый рациональный канал по английскому на YouTube, и мы продолжаем наши поиски слова «чистить». Это наш урожай. Утром я чистила кокосы. Как некоторые уже догадались, речь пойдет о глаголе «чистить». И в прошлый раз мы остановились на слове «brush». В одном из примеров у нас используется слово «clean» в словосочетании «чистить зубы». Это является допустимым вариантом, но все-таки чаще используется устойчивое выражение с глаголом «brush». Этому слову и будет посвящено следующее видео. Ну и вот оно, следующее видео. Оно целиком полностью посвящено слову brush. Это вопрос, причем здесь расчески? Мы же ищем слово чистить. И как нам известно, слово brush это значит чистить. Да, но чтобы понять, почему слово brush значит чистить, нужно обратиться к расческе. Но расческа у нас здесь не одна, у нас здесь целых 4. И это неспроста. Давайте проведем небольшую викторину. Я обозначу цифрами расчески, и первый, кто пришлет мне вариант с правильным ответом на почту Ирвин, причем здесь расчетка собака mail.ru, тот получит в подарок свое имя в титрах в следующем видео. Ладно, мы снова отправляемся в Google переводчик посмотреть, что он нам скажет на слово расческа. И Google переводчик превосходит все мои ожидания, давая нам правильное слово comb, которое подойдет в 3 случаях из 4, если мы говорим о наших расческах. Итак, что же такое comb и чем отличается от второго варианта, который мы еще не озвучили? Comb – это то, у чего есть зубчики. Вот эти вот зубчики, по-английски будет tooth. И особо внимательно в прошлом видео уже знают, что tooth – это зуб. Но в данном случае tooth – это зубчик расчески. Если у вас возникают сложности с произношением слова comb, могу предложить посмотреть вот этого парня, который употребляет его 4 раза за 10 секунд. Really think it should be talked about more, and that is the subject of combs and what comb is the best comb. Now, I have tried combs from every type and most manufacturers. Ну что ж, теперь, когда мы знаем, что такое comb и как его отличить от других расчесок, давайте разберемся с тем, как назвать расческу, которая находится в нижнем левом углу, что самое главное, каким образом она все-таки связана со словом brush. Но перед этим мы зайдем в словарь, чтобы посмотреть, что значит brush в качестве существительного. Словарь нам говорит, что это инструмент с блоком щетин, волос или проволоки, который используется особенно для чистки путем нанесения на поверхность жидкости или порошка, или для приведения волос в порядок. Значит, запоминаем, если у нас зубчики расположены в ряд, то сами они называются teeth, множественное число, или e-tooth, зубчик единственный, и эта расческа будет называться comb. Ну а если расческа похожа на ежика, то вот эти щетинки называются bristles, и сама расческа будет называться hairbrush, или просто brush. На самом деле понять, почему hair brush это именно расческа, достаточно несложно. Берем слово hair, то есть волосы, присваиваем к самому слову brush, то есть то, чем волосы причесывают, получается hair brush. Соответственно, вместе с глаголом будет словосочетание to brush hair, причесывать волосы. Таким же образом берем слово paint, краска, добавляем к нему слово brush, щетка, получаем слово paint brush, кисточка. Соответственно, с глаголом он будет brush, paint on something, да? Наносить краску на что-то. Ну и последнее в нашем списке. Берем слово tooth, как нам известно, зуб. Добавляем к нему слово brush, щетка. И получаем слово tooth brush, зубная щетка. Ну и знакомое нам же сочетание to brush is чистить зуб.
В общем, мораль этого видео заключается в том, что глагол brush обозначает применять щетку на что-то. При переводе на русский язык весь вопрос будет заключаться в том, о каком применении идет речь. Если вы используете щетку, чтобы чистить, мы получаем такие словосочетания, как чистить зубы или чистить ботинки, например. Если мы используем щетку для того, чтобы причесать волосы, то мы, соответственно, получаем словосочетание brush hair. Будьте внимательны, пожалуйста, потому что если мы используем прямую расческу, то есть та, которая с зубчиками, а не та, которая со щетиной, то будет словосочетание другое, будет словосочетание comb hair, потому что comb, нам известно, это расческа с зубчиками. Вот и все. У нас, к сожалению, не осталось времени, чтобы разобрать переносное значение и фразовые глаголы, но если у кого-то есть особо жгучее желание, сообщите мне об этом и, возможно, я сделаю видео о нем. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!